Лондон для меня это место, где соединяется и история, культура, и при этом современность все еще здесь. Лондон это место, где ты забываешь, где ты находишься, и с всеми людьми, всем потоком, который происходит здесь, в этом городе, ты себя чувствуешь важным, и ты себя чувствуешь, как будто ты принадлежишь чему-то в этом обществе. Мы с моим братом очень близки, и он всегда очень хотел учиться в Британии, именно в Лондоне. Ему очень нравится британская культура и сам британский менталитет. Мне он тоже нравится, поэтому мы прилетели вместе в Лондон и учимся здесь. Большую часть своего времени я посвящала спорту. Я являюсь кандидатом мастера спорта по скалолазанию, кандидатом мастера спорта по джиу-джитсу. И вообще мне очень нравится вести активный образ жизни, так же, как и многим казахстанцам, я думаю. Мне очень нравится активный отдых, ходить по горам, изведать новые места, природные места, в которых можно отдохнуть и действительно уйти от всей суеты, которая находится в городе. Я играю на домбре. Я училась в музыкальной школе под названием Кокыль 6 лет и научилась играть на домбре. Мне в свободное время очень нравится читать, и я читаю от психологии до классики или современной литературы. И вообще рекомендую всем посвящать хотя бы один час своего времени на чтение. Также сейчас я изучаю французский язык и в будущем полететь во Францию и, возможно, учить язык там уже в более натуральной среде, так как я английский изучала также. Получается, я 10 класс перепрыгнула и закончила 10 и 11 экстерном и закончила 16 лет. Сдала ЕНТ на всякий случай, IELTS. Ну, было множество других вариантов. Я поначалу очень хотела учиться в одном университете, как и мой брат, в East London University. И после попыток попасть в университеты, так как мне на тот момент было 16, университеты не совсем хотели брать за меня ответственность. Из-за этого я получала много отказов. И в последний момент я выбрала City University и решила поступить туда на Foundation. И мы постарались с моими родителями, хорошо заполнили аппликационную форму и переделали немного мое мотивационное письмо, и меня вот взяли в Foundation в City University. Поначалу мне было очень сложно адаптироваться. Многие мои однокурсники были старше меня на 5 лет, 4 года, и я чувствовала себя как черный лебедь, если так можно высказаться, и за мной смотрели, был очень такой ответственный надзор надо мной. Мне всегда звонили, если я опоздаю на 1 минуту, на 2 минуты, и, конечно, это немного подбешивала моментами, а вообще я бы не сказала, что мне было очень сложно, но я точно чувствовала большую разницу между собой и моими другими одногруппниками. На самом деле это очень зависит от, во-первых, возраста, во-вторых, от твоего мотивационного письма и, конечно же, от того, какой ты человек. В Лондоне учиться очень сложно. Университеты очень ответственно подходят к отбору учеников, студентов, и из-за этого, я думаю, в зависимости от того, какой ты человек, если ты выбираешь учиться хорошо и работать над тем, над своей успеваемостью, мне кажется, такому человеку не сложно попасть в университет в Лондоне. Сейчас я учусь на медиакоммуникации и социологии, и в будущем я вижу себя развивающий онлайн-маркетинг, онлайн-бизнесы в Казахстане и непосредственно в Лондоне. И
я хочу создавать бренды, продвигать бренды. И еще я также хочу заниматься журналистикой. И в будущем я еще хочу, вижу себя писателем, поэтому, поэтому я выбрала такой обширный курс медиакоммуникации и социологии. Можно учить и социологию, и при этом учить маркетинг, рекламу, как это работает. Сейчас онлайн-рынок растет очень быстро, и я хочу быть мостом между английским зарубежным рынком и казахстанским. Во-первых, в Лондоне мне можно, у меня есть возможность культурно развиваться. Я могу ходить во многие галереи и музеи бесплатно. То есть билеты здесь бесплатные. И если платный музей, то предоставляются какие-то привилегии студентам. Скидки. Во-вторых, мне нравится, что достаточно широкий выбор кухни. Можно попробовать кухни из разных стран, потому что многие приезжают сюда, открывают свои рестораны с национальной кухней. В-третьих, в Лондоне и в целом в Британии очень развит туризм. Если вам нравится гулять пешком, прогулки получаются очень насыщенными и приятными. Если вам хочется увидеть какие-то исторические места, вы можете съездить без проблем. Очень развиты поезда, и можно добраться до любой точки Лондона, к примеру, через метро. И в целом даже не турист, а британец, он может пойти в поход, съездить в другой город. Турист может поехать в другой город и увидеть Англию глазами англичанина. Не нравится, во-первых, мне... Так, во-первых, я очень часто скучаю по душевным разговорам с семьей или даже по солнечным людям нашей страны. Часто скучаю по национальной кухне казахской. Во-вторых, в Лондоне очень часто, точнее, практически 7 дней в неделю пасмурная погода, и погода достаточно биполярная, и часто не хватает витамина D, солнца и хорошего настроения. В-третьих, мне очень часто не хватает снега. Еще одна причина, почему я скучаю по Казахстану. К примеру, если ты с Алматы, можешь подняться на Чимбулак и прокататься на лыжах или на сноуборде. Не хватает отдыха, зимнего отдыха. Я бы хотела, чтобы в Казахстане люди больше культурно отдыхали, поэтому если бы государство также вложилось, как и здесь, в музеи, галереи и культурное развитие, было бы очень приятно увидеть в Казахстане такое же. Также мне бы хотелось, чтобы в Казахстане больше развивали защиту природы, животных и вложили деньги на дороги в места, как Кокжайлау, Большое Алматинское озеро и Кайнда. Также больше вложили денег в туризм, так как очень много иностранцев хотят приехать в Казахстан и испытать то же чувство, что люди Алматы, к примеру, испытывают походами в горы. Но, к сожалению, иностранцы не совсем привыкли к
как наши, к примеру, люди к антисанитарии и элементарно сходить в туалет в местах, в природных местах. В таком плане очень мало условий для туриста, так как отели и места, где можно перекантоваться, к примеру, в природных местах нету. Также я хотела ко всем вам обратиться и сказать то, что не бойтесь выходить из своей зоны комфорта. Если смогла я, девочка из Казахстана, учиться в этом бешеном городе, также сможете и вы. Не только верьте в себя, но и также поддерживайте своих родных, которые также хотят выйти, как и вы, из зоны своей комфорта. Запомните, что если перед вами закрывается одна дверь, где-то ждет вас чуть дальше, если вы пройдете мимо этой двери, которая закрылась, не оборачиваясь, там ждет ваша другая дверь, которая для вас откроется. Передо мной закрылось очень много дверей, так как мне было 16, и уже под последний момент открылась новая дверь, и все было так, как я хотела. Также хотела бы поблагодарить за поддержку и бесконечную любовь своих родителей, свою вообще семью и своих друзей, своих учителей и наставников. Так как какая я сейчас, по большому счету, благодаря всем людям, которые меня поддерживали, верили в меня и любили. Барлығыңызға рахмет. Өзімнің кім екенімді ұмытпаймын. Және де болашақта қазақ еліне қызмет етуге дайынмын. Мамандығым болашақта ағылшын әлемін қазақ елімен таныстыруға үлес қосады деп ойлаймын, және де сенемін. Осымен бітті. Көргендеріңізге рахмет. Сау-саламат болыңдар.